Три возрастные группы будут. Выпускники 9-11 классы, 7-8 и 5-6. А детская группа сыграет уже в начале сентября, когда вернутся из лагерей дети, с пионерских лагерей, от бабушек, дедушек. Тогда в выходные дни проведем соревнования среди детской возрастной группы. Это 2-4 классы. Так что готовьтесь, составляйте команды. Состав команды 5 человек на поле. Можно в заявку включать 10 человек. Обращайтесь в отдел по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта. Мы вас ждем.